Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортику. Я так і записав собі: баскетболіст, чоловік, майбутній батько, буэнос, буэнос діас, правильно, так? Mm -hmm. Ти, до речі, практикуєш слава іспанську ще чи ні? Ну, некоторые слова еще, естественно, помню, но когда нет носителя, с которым можно общаться, то, конечно, язык забывается. Ты интервью, або какие-то там флеш-интервью давал испанскую мову? Было а, иногда подготавливал какие-то маленькие отрывки текста на испанском, конечно, спросили, потому что очень в Испании любят, когда иностранцы изучают а -а их язык. Их, их мову. А ты же скоро батьком станешь? Да. Как или дружина себе відчуває? Uh, жена себя прекрасно чувствует, конечно, ей немного тяжеловато. Ходит, ходит немного, но больше именно давление на ноги. Она так может походить полчаса, час, опять пойти, полежать, еще походить. Но сейчас с каждым месяцем все немного легче и легче но как бы ей тяжеловато. Говорит, уже хочу полежать на животе, поспать, а мешает. Важко. Ты сам, как взагалі, твои відчуття, а... все думки только про это? Я очень счастлив, мы этого очень хотели, и так хорошо так сложилось, что мы вернулись именно в Украину и угу. забеременели уже в Днепре. Я знаю, что на твоем веселье, э, ну, это, мабуть, що не секрет. Так, были игроки БК Дніпро. Кто из них гульнув найсмачніше? Я думаю, что гульнули все, даже при том, что у нас там через день была игра, но mm -hmm. все, я думаю, так хорошо провели время, отдохнули, немного от, от, отвлеклись от баскетбола. Я знаю, что Толя Шундель такой okay, танцор матерый. Там все были матерые mm -hmm. танцоры, и Макс Закурдаев, и Толя Шундель, и Санон, и даже Фес mm -hmm. где-то простреливался своими фразочками. Кирилл Натяжко тоже пытался его где-то догнать. В конкурсах. Э, Слухай, так, э, згадай, вот э, у меня такое питання возникло на думку, вспомни, когда тебя впервые э, назвали, аб... и кто Боби? Э, первый раз это случилось, когда я приехал в сборную в 2012 году к Майку Фрателло, у нас было три Славы, Слава Медведенко, Слава mm -hmm. Кравцов и я, и, естественно, когда тренер говорил Слава, то все три Славы поворачивались и... Шо, да, как обычно... Как такой стадный инстинкт. И поэтому Слава был Крава, я был Боби, а Слава остался Медведенко Славой. И так оно и... И так уже, да, ну и пошло до сих пор. Так, пограв Румуния, Литва, Франция, Испания. Это за кордон, говорю, так? Да. Где люди больше схожи на украинцев? Менталитет? Менталитет? Не знаю. Наверное, ближе всего это Литва похожий на к нашему менталитету. Очень много пожилых людей, которые разговаривают на русском языке, они это все помнят, и они uh -huh. очень всегда приветливы, рады и с таким... Где-то трепетом в душе отзываются об Украине, потому что знают, что всегда люди хорошие на Украине, поэтому, наверное, Литва самая близкая так по шире, да? да, они есть, естественно, разные люди в каждой стране по-своему, но вот в Литве как бы хорошие такие люди были, которые встречались, где-то, может быть, даже еще похожие э, латыши, потому что у них тоже такой менталитет остался, uh -huh. где-то. Можно сказать, советский. Есть отдельные так, районы я, так, в есть. Риге, которые только разговаривают на русском языке. Э, в Испании ты был на футбольных матчах? На футбольных, к сожалению, не был. Был на Евролиге, ага. когда играл Артем Пустовой. Старался ну, всегда понятно. выезжать, поддержать. С братаном Да, после. конечно, обязательно. Умею, разумею. К сожалению, давали места где-то там на... Партерах, но Тем не маленький его видно. да мы друг друга все равно находили друг другу кричали, даже получилось пойти вместе с женой и с литовцем были, когда вот было заруба между Барцей и Реалом. И очень хороший матч был такой накал и Барса тогда выиграла. Ну, вы с ним зараз так уж Да, конечно, мы общаемся и с Миной, и с его женой, поэтому всегда узнаем, как Малой, потому что они тоже стали. Родителями, і Віктор как бы, росте, радує, вони постійно постять фотки. Як відбувся твій контакт, я маю на увазі з керівництвом БК Дніпро, коли тобі ось прийшло, це, прийшла ця пропозиція, як це взагалі було? Там, це лист, чи тобі зателефонував там, Валерій Валерійович? Ні, ну, це то все було по телефону. Ми... Не смогли найти общий контакт с тренером в Испании и начали уже искать продолжение с агентом. И агент начал обзванивать клубы, в которых есть свободное место, вакансия. В первую очередь я созвонился с агентом, потом созвонился с Денис Павловичем. Угу. И потом уже по приезду уже разговаривал с Валерием Валерьевичем. Ти якось слідкував за чемпіонатом України, коли був в Іспанії? Да, звісно, завжди, якщо є можливість, якщо у нас допустимо з утра, то вечором, якщо є ігри, то постійно пересматривали Це було починалося Начиналось української суперліги і закінчувалося Євролігою. Ты в дома и зарос так проводишь час. Ну, ты постоянно в баскетболе, дивишься эту информацию, а, ну, погоняешь. Сейчас немного меньше, но если есть возможность посмотреть баскетбол, конечно, у меня иногда и жена любит со мной посмотреть на экране баскетбол, ей нравится, это она очень сильно угу. кайфует от звука, когда спикат ага, кроссовки. Так, в да. Блин, прикольно. Я навіть про це не думав ніколи. Я не думав, що це взагалі може подобатися. Цей... В одно время вона хотіла даже записати okay. небольшой трек ага. з, з, з ставками, де скрипять кросівки. Прикольно. Що ти знав про команду БК Дніпро? Ти згадав ось тренера, але взагалі про команду про якісь здобутки і президента. Я, е, ну, якісь були мотиви, там, окрім я не говорю там, про контракт, якусь фінансову сторону, то взагалі ну, не, до, не для мене ця інформація. Е, що знав про Дніпро? Там, як вони грають, чим грають? Ну про Дніпро знаю вже давним-давно, всегда були в зборних Саші Мішула і Точно. у нас були збори і в Дніпрі. с Денисом Павловичем, когда он был главным тренером. Поэтому Днепр относительно знаю хорошо. С Валерием Валерьевичем тоже мы знакомы уже не первый год и всегда нормально общались, поэтому когда пришло предложение Днепра, то долго не думал. зная, что Стас здесь уже такой ветеран, капитан Наверное. команды. Плюс вернулся Макс Корниенко, очень много воспитанников, которые играют в этом клубе. Ну так, а банда сбирается нормально, разных возрастов. Возр да, век. конечно, плюс здесь Толя Шундель уже не первый год, Дима Глебов, пришел Слава Крывцов. Поэтому я вважаю, що дуже хороший колектив зібрався. Ось, ти, до речі, почав говорити про гравців, називати їх ім'я. Зараз буде таке завдання. Я називаю тобі гравців Дніпра. Ти уявляєш, в якому виді спорту вони б могли бути успішними. Угу. Фантазуй. Можна, можна шуткувати. Отже, давай так. Кравцов. Ох, не знаю. Навірно, якщо. Если... World Strongest Man. Ага, <laughs> ну уж много поднимает на тренировке. Ну он такой очень крепкий, сильный, ага. и иногда против него на лоу посте, если он захочет, ну вообще ничего не сделаешь. Ага. Натяжка. Натяжка? Не знаю, но ну, пусть будет бегун. <laughs> Спринтер на коротких <laughs> дистанциях. На 100 Пусть будет 50. <laughs> Только перед, перед ним еще будут какие-то люди, и они будут просто разбегаться. Так, давай, Дмитро Глебов. Дима Глебов? О, я думаю, что он во многих бы спортах преуспел. С его атлетизмом угу. и опытом. Я думаю, что в очень многих. Я думаю, это могла бы быть Гребля, не знаю, какой-то, может Цикал. быть, велоспорт даже. Кажут, что он довольно разумный гравец, таким IQ спортсмена. Да, Дима такой, я считаю, что в нашей команде такое звено необходимое, которое, когда выходит на паркет, иногда он очень много Потреблен. делает такой черной работы, которая иногда незаметна. Потому что глядачи, как сказал так и Санон, диванные эксперты, видят только то, когда там не забил. Ну или когда человек только забивает, или там малиуп, или что-то еще. Иногда люди не обращают на это внимания, когда человек выбирает правильную позицию ага. в защите, когда делает черную работу, отсекает игроков, защищается индивидуально, или закрывает лидеров. Ага. Толя Шунгель. Толя Шундель. Уф, я думаю, что Толя бы бегал вот как раз такие 4 по 400 мог бы. Я думаю, он такой шустрый, быстрый, ловкий. <систит> Санон. Санон? Покер. <систит> <систит> киберспорт. От киберспорт, я думаю, это было бы его. Потому что знаешь, что он много играет да, на да, компьютере, да, это было бы его. Сказал, что разбил ноут, я не верю ему. Я думаю, он все равно находит лазейки где-то поиграть. Играй, <систит> играй. Так, Бобров. О. Не знаю, мені подобається бігати на короткі. Я б, мабуть, пішов в спорт, легку атлетику, якщо б не займався баскетболом. Тепер завдання буде складніше. Давай зберемо з частин тіла, ідеального українського важливо, баскетболіста, за всю історію. Я буду називати тобі частини тіла, наприклад, ага. а ти будеш говорити. Ну, цю руку візьмемо від того. Ну, це поскладніше буде завдання. Отже, найрозумніший е баскетболіст е український з IQ, яким ти. Можливо, він, ну, він вже не грає або зустрічав. Якого б ти точно взяв свою ось таку. Сашу Фран... ти. Ноги. Ноги. Фред uh, Хаус. Права рука. правая рука. О, пусть будет Ремел Карри. Левая рука. Левая рука. Кто у нас такой левша был? Даже не знаю. Левая. Ну, нахай две правых будут. А бы хорошего. Ладно, пусть будет Артур Дроздов. Классно. Кращий дриблер. Кращий дриблер»? Ух, это, это очень тяжелый вопрос. Потому что много таких. Ну давай декілька назовем тогда. Ну, пусть это будет э, Ромео Карри. Пусть это будет Денис Лукашов. Угу. Саша Липовый. Класс. Кращий захисник. Лещук. Кращий центровый? Можно пусть это будет не один? Давай. Мне, я не могу определиться, потому давай. что я бы взял это Слава Кравцов, Артем Пустовой, Фес. И Кращий Данкер? Кращий Данкер? Ну, наверное, сейчас это Стефанс, диджей. Да, сгоден. Слушай, ты свой первый данк, когда забил? Сколько тебе лет было? Это мне было в восьмом классе. Я первый раз забил сверху, когда учился в училище Олимпийского резерва. Тогда я учился с Володей Егоровым, который сейчас в Канаде, но он играл в будивельнике. И вот мы постоянно качались в тренажерке, на ноги делали выпрыгивания после тренажеров. И первый раз забил более таким маленьким мячом, как футбольным. А потом уже начал пробовать баскетбольным. И когда первый раз получилось, приходил вот, после каждой тренировки, старался по 5, по 6, по 10 раз, старался забить, чтобы это было именно на качество. Кто в сбернии наибольше базарить? С гравцов ходить и трендить, и трендить. Это Да, серьезно? It's, я так роз... ну, Просто наступне питання: хто в команді БК Дніпро найбільше розмовляє, дабл хедшот, да, Санон? Молодець. І тут, і там. Так, таке питання. такий чоловік теж який Розбавляє А, Найкраща порада, яку ти чув від тренерів, з якими ти працював. Що тобі ось прям запам'яталось на все життя? Язик звіт враг. Кто это сказал тебе? Uh, Царство Небесное Рима Згирскис. Uh -huh. Он всегда говорил, что неважно, кто тебе говорит, старше, младше, ты должен выслушать, а после этого только проанализировать и ответить. Я так понимаю, он говорил что это не только в русле баскетбола. Да, правда. конечно, это было одно из его жизненных правил, которого он придерживался. В українському баскетболі е, доволі ж багато класних гравців, так би мовити, вихованців донецького баскетболу. Я ось так готувався до інтерв'ю, і так гравців, кого сам згадав, е, а потім кого не згадав, і просто почав гуглити. Ну це прям не одна збірна таких ну феноменальних гравців для взагалі українського баскетболу. З чим це пов'язане? Не знаю, я считаю, что на Украине очень много есть талантливых ребят, но, к сожалению, некоторые ребята заканчивают сильно рано, в 15-16 лет, из-за того, что нет возможности дальше куда-то идти прогрессировать. В некоторых где-то не видят потенциал, в некоторых, может быть, не хватает финансов. Зачастую это один из факторов, когда родители не могут обеспечить финансово тренировки своему сыну или там, дочери. Тому очень часто вот этот вот фактор влияет на некоторые види спорту, і очень много талантливих спортсменов заканчивают свою кар'єру рано. Особисто ти вважаєш, що в тебе старт э, твоєї кар'єри, ось ті знання баскетбольні, спортивні, які ти э, отримував, вони тобі э, дали все, чи ні? Чи могло ще бути краще? Ну, считаю, что если бы можно было отмотать время, то в некоторых моментах я бы себя повел по-другому. Возможно бы э, некоторые решения я бы исправил. Кто из твоих коллег по клубу мог бы стать тренером? Дима Глебов. Да? Да. Уже конспекти какие-то там ведет? <связывая> ну, с Димой всегда очень Ä, приятно поговорить о баскетболе. Он ä, очень часто смотрит баскетбол, он в этом живет. Он, ä, где, ну, У него такое построенное мышление уже под тренера. Mm -hmm. Где бы мог он ассистировать и, не знаю, если бы дали возможность знаю, первую лигу, там, вторую, может быть, Спробовать, и так, Да, да. Так да. Я думаю, что у Димы есть этот потенциал, есть этот склад ума для тренера. Ты его в пиджаку бачишь, ему добрый. Выпуск. Да, ему отлично, да. <свят> а ты себя каким бачишь после карьеры? <свят> Я бы тоже, конечно, хотел попробовать в роли тренера, так как это очень интересно. Иногда. На поле хочется вставить свои мозги некоторым игрокам, но, к сожалению, это невозможно. Тоби, в твоем статусе зараз еще вставляют мозги, как ты кажешь, зараз? А, конечно. Да? Но ну, я считаю, что это всегда нужно, неважно, сколько тебе лет, ты должен слушать. Ну, от кого прилетало, например? От всех прилетало. В принципе, троши, да? я считаю, что критика должна быть. Это нормально. Ты ее должен воспринимать нормально. Потому что без критики не будет, когда ты просто делаешь и тебе ничего никто не говорит, это, это плохо, это уже плохо. Значит, ты не интересен. Если тебе не делают замечания, не пытаются что-то исправить, значит уже поздно что-то менять. Кто для тебя взагалі эталон на твоей позиции? На кого ты дивишься и думаешь? Ну, в детстве я всегда равнялся на Артура Дроздова. Угу. В свое время я даже, когда мне было там 7-8 лет, у меня есть фотографии, даже они есть где-то в Фейсбуке, к нам приходил Артур Дроздов, и я с ним играл один в один, когда он еще играл в Портезе. Ага. И мой тренер Александра Петровна Ивлева приглашала всегда ребят, которых она выпустила, и всегда вот где-то меня даже сравнивали с Артуром. А в NBA, например, кто? О, в НБА, не знаю, очень много таких. Э... Ну, кто был в кумиром в детстве? Так? Ну, в, в детстве был Коби, как бы. Без вариантов. Да, без вариантов. Это был такой человек, который мог сделать на площадке абсолютно все. Оцены уровень э, суперлиги баскетбольной по 10 десятибалльной шкале, где один — это дно. Э, І що з цим робити, не зрозуміло. Ну, а 10, 10, ну, 10 не може бути, мабуть, що у баскетбольній суперліги. Оцінити цей чемпіонат. Я думаю, що зараз рівень суперліги на 7-8 балів. Знаю, що не у всіх клубів є стабільність, тому десь можна ці 2-3 бали і украсти. Сейчас считаю, что непредсказуемый чемпионат, э, все команды равны, и уже не первый раз доказывает чемпионат, что последняя команда может обыграть первую. Mm -hmm. И точно так же наоборот, где-то и средники могут зацепить э, лидеров. Поэтому считаю, что наша суперлига с каждым годом возвращается где-то к тем годам, когда приезжали к нам из Еврокубков легионеры. думаю, где-то 13-й, вот этот 12-й год, когда были большие составы. Так, короче, на первый, кто говорить саме про 12-й, 13-й рік, як про якусь так золоту еру українського вокбілу. Ну да, считаю, что тогда были очень хорошие года в Украине, когда команды играли в лиге ВТБ, даже я успел поиграть mm -hmm. против ЦСКА Москва. Так, так. И Днепр играл тогда тоже в ВТБ, и Еврокубки были, и как бы наши украинские команды хороший результат показывали для Украины. Uh -huh. Поэтому тот же самый Будивельник играл в Евролиге, считаю, что это очень хороший результат для украинского баскетбола. И сейчас потихоньку где-то команды возвращаются на свои былые года, но, понятное дело, из-за того, что коронавирус где-то кризис, не хватает того финансирования, которое, которое было раньше. Плюс мы потеряли такие большие команды, как Азамаш, БК Донецк, тот же Ивано-Франковск, потеряли Львов. Кривый Риг. Да, Кривой Рог. Крив... Да, Кривозь. поэтому если бы вернуть вот это все ага. команды, я думаю, что чемпионат был еще был жестче, и мы бы где-то приблизились к топ, не знаю, 10 европейского чемпионата. Скільки ти зараз uh, важиш? 105 кг. Ага. Важко слідкувати за харчуванням, чи це дружина робить? Що ти сьогодні, наприклад, їв зранку? Нічого. Взагалі? Вообще нічого. Попив води? Так, да, попив води і пішов. Не завжди люблю завтракати з утра, тому що потім на животі небольшая така тяжкость і мешає uh -huh. тренування. В основному, це може бути там чай. Де-то один бутерброд Фрукт, і пошел. Там да, да, банан, яблука і ти в такій вазі вже давненько, ну так приблизно. Так, uh, да, в принципі, я вернувся к своєму більш-менш весу От 104 кг, а так більше вес 108-107 в Іспанії. Uh -huh. А що полюбляєш взагалі поїсти? Від чого у тебе паморочиться в голові? Такі, боже, ну це. Uh, uh -huh. Шашлик, сладкая. <laughs> <laughs> Нормально. Пуэлья по тебе понравилась, кстати? Да, я люблю морепродукты, поэтому очень часто, когда жена приезжала в первое время в Испанию, мы по приезду ехали в китайский ресторан, брали килограмма-два креветок, вареных, и <существует> уничтожали. Залетало, да? Так? очень вкусно было. Что краще, что важливее, даже так скажу, сыгранность или класс команды? Сыгранность. Угу. Це гарантований результат, навіть якщо не всі талановиті в команді. але всі працюють? 90%, я думаю. Коли вже команда зіграна, коли партнер кожен відчуває друг друга. і просто коли тренер міняє игрока, то второй там, партнер становится на його місце, то механизм не ламається. Дніпро зіграна команда, ну тому що дуже багато гравців в этом сезоне. Uh, считаю, что мы сыграны где-то на 80%, но все равно еще мы где-то. Вы все не... в процессе? Я думаю, что да. Где-то, все равно, иногда нам не хватает не знаю, может быть, холоднокровности какой-то, где-то добив... Да, сдержанности, да. где-то холодного ума, чтобы именно довести. Результат до конца, чтобы не было таких перепадов, как uh -huh. у нас иногда бывает. Провал. Мы выигрываем uh -huh. плюс 10, и потом скатываемся до 2-3 до очков, и потом судорожно играем в эти То качели. Начинается суета какая-то. Да. Uh -huh. Кращий игровец украинец за всю историю украинского баскетбола? Не знаю. Может быть, это... Можешь декелька назвать. Александр Волков. Угу. Uh -huh не знаю, отдельные позиции, может быть, это Ануфриев, может быть, это Раевский, mm -hmm. где-то, может быть, Скутельник, Подорванный. Ну, честно, Ой, можно... ты вот ми... просто призвище накидываешь ми мне, Можно на миллион тот же, uh -huh. те же Кривичи, Глебов, э ну, как бы, очень много игроков, которые именно принесли украинскому баскетболу, я могу сказать, известность. Тот же, не будем забывать, Серега Гладырь, который... Так. Сейчас в Монако, Лещук, не знаю, Хижняк. Украина а баскетбольная страна? А, не сказал бы. Я думаю, что больше футбольная. Угу. Футбольная и больше детей идут на футбол, так как больше есть футбольных площадок, футбольных клубов, секций. Баскетбола мало в Украине, считаю, очень мало. С чем все связано? С чем связано? Мало тренеров, мало баскетбольных залов, если посмотреть ну, даже на своем примере. Ты имеешь на увазе, что нужно с чего-то начать, и с этого начала не Ну, я достатньо. думаю, с самого начала ага. нужно, вот именно самых малых низов, так как у нас не так много школ детских. Для де, них де начинают выховывать. Да, ну вот возьмем, допустим, Днепр, Южный, ну, так, так, так. Школы, Харьков. Школы, базы, так, да. своих. Вихованцев. И, по сути, ну, еще возьмем ну, Киев, это КСЛИ. Да? А так, по сути, больше и нет таких именно школ, куда бы самых перспективных детей бы брали, развивали. Сейчас даже элементарно ну, в школе да, взять баскетбольные площадки. Но это так. ужас. Ты просто разгоняешься, ну, хочешь забить. Ты ну ты сломаешь себе ноги. Или просто разобьешься в стену, когда попытаешься так. забить из-под кольца. В Испании много э, майданчиков? Да. На да. да когда я был в Сан-Себастьяне было несколько площадок прямо возле берега моря можно было по поиграть в баскетбол и потом пойти искупаться поэтому очень много детских школ именно много детей которых тренируются да можно прийти посмотреть есть закрытые площадки некоторые даже лучше чем в наших суперлиги залов где просто тренируются дети. Их там 6-8 колец, 3-4 тренера, которые распределяют на группы и ротируют, как бы готовят, тренируют. И последнее питание у меня, как забыть поразку? Прийти домой, обнять жену, как бы пообщаться с родными, они тебя успокоят, где-то отвлечься, проанализировать игру и откинуть это все. Це був на спортику Нікіта Дрюченко, і ви точно запишіть останні слова слави, що робити, коли ви зазнали поразки. Побачимось!